Всем привет, всем привет! Ну, а у нас сегодня начало подарков. Как не хотелось мне открывать их, но, к сожалению, чипователь, который здесь есть, надо качнуть на 8, 9, 7 уровень, неважно. Главное, качнуть, чтобы он начал приносить чипы. Это все, что надо. Итак, у нас апнули пояс. По акции у нас пояс X2. По акции пояс X2. Рик у нас появляется с подарками первыми, кто, ну... Выкачил? Хорошо. Ну а так, ребят, 30-й пояс, и он дает, к сожалению, не написано. Но у некоторых видно, что пояс выдает гранатомет. Пояс гранатомет! Просто охрененно. Не, если честно, выглядит очень красиво. Но мне бы хотелось знать, вот если там жизни уменьшаются до 50%, а потом выезжает машинкой и отлечивает до 75, а потом опять 50 жизней будет, а будет ли еще одна граната? А если 25%, когда жизни останется, то там будут тебя тоже лечить, а будет ли там еще граната? Вот мне интересно, если вот так вот бы кидались гранаты, тогда классно. Тогда действительно, да, хороший навык, прикольный, а так... Такое себе. Лучше бы добавили шипы обратного урона. Было бы намного круче. То есть, если вас ударят, то на противника возвращается урон, там, равный 10%, допустим. Прикольно, интересно и позволяет уравновесить уровни. Ну, видимо, граната намного круче. Ладно, нам надо качнуть чипователь, ну, хотя бы, ну, вот шестой. 6-й, 7-й, чтобы по 3 раза приносил. 9-й, к сожалению, я не выкачаю, потому что подарки я не хочу сильно здесь закупаться. Посмотрим. Предполагаю, что в следующей волне у нас будет манипулятор. Манипулятор, ну его все как бы пытаются ждать. Думаю, что апнут, но не факт. Давайте посмотрим, что будет в следующей акции. Следующая акция, как вы видели, да, уже прочитали, будет 16.05. Поэтому закупаемся и смотрим. Ладно, давайте... Из веселого. Во-первых, я купил отвертку. Отвертка обязательно в порядке покупается на плюс 5, чтобы не было потом в дальнейшем проблем с ее выпадением. Мне не нравится, когда из подарков, где должен падать у меня добрый мой Рик, падает отвертка. Это неинтересно. А тем более у меня векселя есть. Ладно. Как вы видели, да, подарка одного не хватает. Ну и звезды. Кстати, звезды будут хорошо, наверное, вылетать. Подарков я подзакупил более-менее. Рик первый уровень. Сейчас посмотрим, кстати, качнем и глянем за раз, что он и как из себя представляет. Ну, все-таки должен быть неплохой пет. Ну, должен быть, знаете, у нас как говорят. Кстати, многие качают Рика мелкими подарками. Мелкими подарками. Вообще полностью выкачивают мелочи. Не знаю, я так не умею. Я так не умею. Подарков у меня немного. Так что тут такой себе 3-й. Какая радость. Та-ты-ры-ты-ры. Ну неплохо. И звезды 160, смотрите, как падают. Прям обратное возвращение звезд. Почему акция является хорошей? Я уже многим говорил, кто играет и видит эту акцию первый раз, это самая лучшая акция на подарки. Мало того, что подарки покупаются, так звезды обратно еще возвращаются. Можно выполнять задания. Если у вас есть задания на звезды, легко выполняются с этими подарками. Эй, 16 подарков осталось. 16, и, ребята, Рик уже 5-й. Нифига себе. Не, прям реально какой-то дроп прям вообще волшебный. Вообще, с самых мелких подарков, то есть 60 мелких подарков, и там в подарочках прям Рик 5-й выпал, уже 5-й. Рик все-таки мелкий можно было бы на первую акцию, конечно, напокупать. Ну, те, кто мелкие покупали, хорошо. Те, кто выкачал, как бы, ну, за бесплатки, ну, тоже ладно, нормально. Так, теперь среднячки пошли. Среднячки у нас. Ну, этих я докупал. Но не знаю, если будет выпадать. То есть... А, он до 5-го падает, а потом все, да? То есть, а потом заканчивается. Был. Да, давай. Заметьте, сколько уже подарков открыл, и все без толку. Давай. Можно, кстати, было их напоследок оставить, но я не хочу, чтобы у меня как бы вот прям с подарков, где должен быть чипователь,
ну и пояс, падал Рик. Ну, то есть, хочу, чтобы он здесь падал. Ребят, 20 подарков, но это не смешно. Это прям реально не смешно. Ну, вот это хорошо. Где-то не смешно, а где-то хорошо. Давай, блин. Только похвалил, вот реально, только похвалил. Сказал, ну, блин. Все средние подарки, кстати, пустые вообще. Ну, прям реально пустые. Зато ну, мне звезды-то прям конкретно падают. Прям звезды вообще прям насыпало. Ну, итак, у нас что получается? 50 подарков, короче, пустых, да? Ну, вообще просто огонь. Ну, давай еще 10 этих пустых и вообще прям идеально будет. Как-то неправильно. Пятый Рик и все, и, короче, его нету. О, наконец-то. Шестой. А чё так долго-то? А, седьмой. Отлично. Давай, и восьмой. Давай, до конца. И восьмой. Много хочешь, доктор? Мало получишь. Ладно. Бесплатки, кстати, ребят, я все выкупил уже. Бесплатки выкупил. Простите. Поэтому все. Все закончилось. Отлично, чипователь. Сейчас приколяю, пояс выпадет. С мелкого. С бесплатки. Чипователь один. Отлично. $240, $260. Кстати, неплохо падает прям. Все, закончились. Я зазря, наверное, все-таки средние покупаю. Что-то прям дроп, короче, за средние прям не очень. С мелких хорошо падает, а вот средние почти вообще все пустые. А еще у меня 25-й пояс. И вот он 26-й. 26-й пояс. Круто. Прям хорошо. Но мне пояс прошлое лето, ребят, не падал. Чипователь и, ребят, 27-й пояс. 27-й. Нифига себе. Не зря я все-таки средние подарки скупил. Не зря. Но я на 40 тысяч их, ребят, набрал. 40 тысяч звезд потратил. Ну, то есть, может быть, даже и хорошо. Только не 10-й чип. Вот реально, не хочу его потом вытаскивать вообще никак. Вот 9-й, 8-й прям вообще идеально бы было бы. О, 900 звезд еще. М-м-м, 35 еще. Все, чипователь. 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 Рик восьмой. Рик восьмой. Надо будет посмотреть, кстати. Но, видимо, возможно, очень неплохой пет будет все-таки. Что-то мне так кажется. Должен быть полностью такой... Типа педподдержки прям, реально педподдержки. Я вообще не понимаю юмора, а у меня этот-то не падает. А чё не падаешь ты? Так я так не играю. Давай вот так. Скыдыщ! Чипователь пятый. 10 подарков открыл, ну да. И один, короче, упал. Да, прикольно, но не весело. И еще чипователь, отлично, шестой. Ну все, ребят, вообще миссия выполнена, нормально. Чипователь упал, ну так как надо, короче. Все, больше я не покупаю. Ну и большие подарки, как говорит у нас добрые люди, пустарки. Самые большие подарки, вообще обычно ничего у них нету. Ну, хотя иногда вот, ну, прям совсем падает. Итак, чипователь. 3 раза в день на 22 дня. Ну, посмотрим, может будет продлеваться по ходу дела. Может, с других подарков будет продлеваться. Ну, если честно, прям, ну, своеобразно, конечно, попадало. Лучше вот эти мелкие, наверное, было бы брать. Что-то прям мне не нравится, как прям они падают. Ну-ка давай еще.
30 подарков. Вот заметили, да, 30, 40. 50. С 50 подарков чипователь. 60. 70. 80. 90. 100. Короче, 150 мелких подарков, 150 мелких, 50 средних, 5 больших. Ну и чипователь, короче, 7. Чипователь 7. Рик у нас выкачился, ребят, на плюс 8. Отравляет вражеского навсегда. Другое измерение. А, даже на блохиша. Посмертный способ. Прикольно. Ну, у нас такое уже есть. Ну, горно. Ну да, короче, если считать так, то первая атака, да, с отрыжкой, это поддержка. Вторая, короче, пушка, получается, это тоже поддержка. И сам шансом превращения, получается, становится неуязвимой, это защита. Пока выигрывает поддержка. Ну, посмотрим. Я говорю, у меня не все навыки, ребят, есть. Но пока, как я и предполагал, все-таки Рик это питомец поддержки. Это питомец поддержки. Неплохой, неплохой, так скажем, неплохой. Ну, ладно. Давайте чипики возьмем. Больше я подарки в эту акцию не покупаю. Плюс дополнительно я еще не докрутил все ринги здесь. Так что будем крутить дальше. Будем смотреть, что есть. Вдруг все-таки манипулятор будет или еще что-нибудь интересненькое такое будет. Типа монускрипта. Многие ждут, что в конце концов он станет 27-м. А возможно будет даже 30-м. Потому что биосфера у нас немного сдвинулась. И скорее всего он будет в последнюю акцию. Ну, либо карманный хатский. То есть либо тот, либо тот. Ну, тут надо будет посмотреть. Ладно, ребят. Ну что ж, подарки я открыл. Ну, доволен, своеобразно. Хотелось бы получше, но слишком много мелких подарков открыто, а дропа нету. Хотя по первым мелким подаркам я был очень рад. Прям реально. С самых мелких подарков Рик на плюс 5 упал. Это прям круто. Ладно. Давайте, ребят, всем счастливо. Спасибо, что смотрели. Конечно же, обязательно ставьте лайки. Обязательно. Это помогает, и помогает.